Привет, мои дорогие! Если у вас есть дома свежий огурец, то давайте с помощью него уберем синяки, а также следы первых морщинок. Так как кожа под глазами чувствительная и очень тонкая, чаще всего именно здесь образуется сухость и, конечно же, теряется тонус, в результате чего появляются первые морщинки. Именно по этой причине на данный момент очень популярны патчи для глаз. И, конечно, можно приобрести в любом магазине, но сегодня мы с вами сделаем натуральные патчи, используя свежий огурец. Мы, конечно же, все понимаем, что готовые патчи легче купить, но найти с чистым составом такие патчи очень трудно. Поэтому, кто страдает аллергией и ищет более натуральный продукт, тогда давайте вместе со мной приготовим увлажняющие, тонизирующие патчи. Чтобы не потерять, обязательно сохраняйте этот рецепт в свою копилочку. И для того, чтобы приготовить такие патчи, я возьму свежий огурец и буду натирать его на мелкой терке. У меня получилась вот такая однородная масса. Как видно, уже огурец дал очень много сока. Для патчи мне потребуется только сок, поэтому я буду использовать ситечко. Конечно, как вы видите, сок и сам по себе неплохо стекает, но для того, чтобы выдавить побольше сока, я использую ложку. Сейчас как раз идет сезон огурцов, поэтому почему бы не воспользоваться дарами природы и, конечно же, увлажнить и омолодить именно область вокруг глаз. Кроме этого, мне понадобится вот такая вот коробочка. У меня коробочка это из-под старого крема Nivea. Сейчас я буду обмакивать таким вот образом патчи, немножко отжимая их, ну, чтобы они были такие влажненькие. И буду укладывать в эту коробочку. Можно, в принципе, намочить сразу все. Таким образом, главное, чтобы они все пропитались, и положить, немножко отжать лишнюю влагу и положить в коробочку. Также поступаю с оставшейся частью. Вот такие вот домашние патчи у меня получились. Использовать их можно как утром, так и вечером. Можно два раза в день. Кроме этого, такие патчи можно хранить в холодильнике, вот такой вот упаковочке, не больше 5 дней. В морозилке такие патчи также можно хранить в течение месяца. Вот такие замечательные, прекрасные патчи у меня получились. При том, что сделать их не составит труда. Времени займет всего 3-4 минутки.